Здравствуй, предприниматель и любитель готовить дома вкусное. Сегодня мы будем готовить в наших помпейских печах гуся. Праздничный гусь у нас сегодня будет. Внутри мы его зафаршируем яблоком и айвой. Получится очень вкусно. Минимум специй. Черный молотый перец. Мы его прям пропустим перед вами. Вот такой. Покупайте вот такой горошек, да? И пропускайте его. И соль. Все, классика. Больше ничего не надо. Всяких там разных специй и так далее. Все, начинаем. Берем айву. Вот так, разрезали мы ее. Почистили. Вот такими дольками. Нарезаем. Вот. А потом можно эти дольки разрезать на две части. Вот так, раз, и достаточно будет. Косточки оставляйте, не парьтесь, за косточки оно тоже дает свой вкус. Вот, айву мы сделали, теперь мы берем яблочко. Можете, вот это семеренко, например, сорт, да? Можете, какие вам нравятся там, они такие кисло-сладкие. Что вам нравится, какое яблоко, такое добавляйте, особо тут нету таких законов. Вот так, раз. Вот это желательно убирать. Вот. Косточки в яблоке тоже. У них йод, например, тоже полезно это все. У нас же кухня здорового питания. Здоровая печь. Все на дровах. Все очень вкусно. Вот, теперь мы берем нашего гуся. О, смотрите, какой гусь. И туда это все. Вот. Прям тут карман, смотрите, какой. Вот, перемешку. Яблочко, айва, яблочко. Вот, раз, сюда чуть-чуть присанули его. Вот. Положили. Вот, теперь смотрите, что мы делаем. Вот у нас черный молотый перец, да? Так мы его перемололи. Вот, достаточно, хватит нам, да? И тоже его вот так натираем перцем. Вот сюда можно было даже чуть-чуть. Я поторопился с этими с фруктами. Ничего, пойдет так тоже. Вот, вот так. Запах прям вообще. Это лучше, чем вот это молотое. Покупаете вы. Там... Вот так. И соль. Вот. И спинку ему натираем. Сейчас мы его зашьем, не переживайте. Вываливаться не будет ничего. Вот. И соль, да? Вот так тоже. Сюда ему соли. Вот туда ему соли. Вот так. Можно отсюда. Вот. Вот так ему соли сюда насыпать. Вот так. Теперь мы его шьем. Вот, берем нашу иголочку, ниточку. Вот так, раз. Так, раз. Так, завяжем, чтобы он у нас не распоролся. Так. Вот так. И поехали дальше. Вот так. Вот так. Так. Все, я думаю, достаточно. Никуда тут ничего уже не денется. Вот. Теперь мы его переворачиваем, да? И вот мало кто знает, да, вот я замечаю, многие повара вот не вырезают это. У всей птицы, у курицы, и у утки, и у этого самого гуся. Надо вот это вырезать, вот эту. Здесь содержится, вот видите, здесь содержатся такие нехорошие вещи. Вот, это надо вырезать. Некоторые не знают это и прям с этим вместе кушают. Вот, смотрите, я вам разрежу сейчас. Вот, видите,
Вот это не едят, ребят. Это не едят. Очень многие псевдоповара это вот оставляют и вот так далее, и так далее. Да? Теперь, чтобы у нас гусь вообще, по сути, птица, она жесткая. Это вам не курица, да? Это гусь. Гусь, утка, водоплавающая птица, она очень жесткая такая идет. Какая бы она ни была молодая, да, она все равно жесткая. Что мы делаем? Мы берем вот этот наш рукав для запекания, да, его в рукав, вот, вот так, в рукав его помещаем. Привязали один конец, вот так, раз и два достаточно. И берем второй конец, да? Вот так, второй конец взяли, тоже привязали его. Рукав очень такой сочный. Фольга, не знаю, фольга мне не нравится. Можно и фольге замотать, да? Но фольга не так проваривает. Вот. Вот так завязали достаточно. Все. Теперь что мы делаем? Надо сделать чуть-чуть дырочки, потому что он сейчас будет сдуваться, да? Вот такие, чтобы чуть-чуть пар выходил. Все, теперь нашего гуся мы отправляем в нашу чудо-печь. Вот покажите нашу печку. Она уже растопилась полностью, готова принимать в себя блюдо. Вот, мы теперь ее расчистим, подготовим такую площадочку. Вот так, раз, два, вот так. Диаметр этой печи внутренний. Вот это, что я сейчас расчищаю, называется под, в конце Д, дерево. Диаметр нашего пода, внутренний размер, ровно метр, 100 сантиметров. Вот. Все, вот идет наша наш гусь идет в нашу чудо-печку. Все. Вот мы помещаем нашего гуся и забываем за него буквально на час. На час, ребят. Закрываем заслоночку. Закрываем заслоночку. Все, и забываем за него на час. На час. Для нас это час, а для вас это мгновение. Все, ребят, прошел час. Достаем нашего гуся. Расскажите, вы долго ждали? Для вас это мгновение. Вот. Гусь наш пропекся, подрумянился. Смотрите, какая красота получилась. Теперь я вам хочу его показать, как он у нас пропекся. Смотрите, видите, полностью прожарился, пропарился, пропекся. Как хотите, так и называйте. Вот. Видите, какая вкуснятина получилась. Очень вкусно, ребят. Очень. Вот возьмем айва. Горячий. Все, ребят, я вам показал, как можно делать гуся в наших печах. Будем готовить очень много блюд. Вы тоже пишите, кстати, какие вы хотите блюда, чтобы я для вас приготовил. Я буду с удовольствием готовить. В комментариях пишите. В описании нашего видео, то есть под видео, там наш инстаграм, наш сайт. Заходите, смотрите. Если вам что-то непонятно, звоните, пишите, не стесняйтесь. Мы производим эти печи, это наша работа.
Вот. Печи очень классные, ну вы сами видите, я не знаю, если вы что-то понимаете в натуральной кухне, да, вот в вкусных вещах, я думаю, вы должны понять, что это такое. Все, до новых встреч, до следующих роликов, до свидания.